Всем привет! Купили вот такие вот сосиски, называются рублевские, но ни разу не пробовали, но по цене, если это нормально, не дешевые, но не очень дешевые. Так, ну если они рублевские, наверное, делают их на Рублевке, сейчас почитаем, кто производитель. Ой, ну, Москворецкий, Россия, Москва. Ну, в Москве делают, но не на Рублевке. По составу куриная кожа, яйца. Короче, состав, как обычные сосиски, ничем не отличающиеся от других. Всякая кожа и всякое такое. Яички там, вымя. Ну, по запаху пахнут, ну, как обычные сосиски, кстати. Ну, такой приятный запах, не скажу, что он неприятный. Давайте сейчас откроем. Но они в упаковке. Это неприличное слово. На писники. Вот, открываем. Ну, мне, кстати, вот, ну, в упаковке не нравятся сосиски. Мне нравится, когда сосиску берешь, и она не в упаковке находится. Ну, в другой. Я не вижу смысла от нее. Вот, потому что их надо чистить, но это тоже неудобно. Время занимает. Ну, за это минус. Но они почти все в такой упаковке. Так, давайте разрежем сейчас и посмотрим. Так, сосиску мы разрезали. По консистенции она мягкая, ну, сейчас, ну, не ломается, не трещит по швам, то есть упругая. Вот смотрите, вблизи вот такие маленькие вкрапинки, это кусочки мяса. Ну, то есть кусочки какие-то мяса присутствуют, но их довольно-таки тоже очень мало. Ну, вкус, запах у них копченый. Ну, давай сейчас попробую. Ну, что-то, честно говоря, вот так просто сырое есть не очень вкусно. Такое ощущение. Ну, чувствуется, как будто ты мясо жуешь. Ну, такое вареное, переваренное. Ну, из этого прикольно. Но сам вкус у них, у сырых, что-то не очень, как-то не заходит. Но они похожи на мясные, как будто из мяса сделаны, поэтому вот, претензий к этому нету. Ну, наверное, и должны быть такие сосиски, не такие, ну, не такого вкуса, как где чистая химия. Все-таки название рублевское, поэтому на Рублевке там, по-моему, стоят эти дома 90-х годов постройки, там всякие вот, кто ничего не берет, большущие. Ну, сосиски вкусные, но какой-то сном. Ну, чувствуется, как будто какое-то мясо, как будто недоварённое, хочет их сварить. Вот. Ну, что по баллам я за них поставлю? По баллам я поставлю 8 баллов. Ну, почему 8? Ну, то есть 1 балл снимал за эту упаковку, мне она вообще ни в каких сосисках не нравится. Ну, но без них найти тоже сложно. Да и ещё 1 балл снимал за вкус, потому что что-то, когда они не варёные, вот какой-то вкус, ну, не очень. Может, если их сварить, они, конечно, вкуснее будут. Вот. Поэтому за такие ставлю 8. Ну, покупать я, честно говоря, их рекомендую. Можно взять, можно покушать. Ну, такие довольно-таки неплохие сосиски. Ну, по крайней мере, чувствуется, что ты хотя бы мясо жуешь. Вот. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал. Поставьте палец вверх. Пока-пока.